Лучше стало жить? Лучше. А в чем лучше стало жить? Как в чем? Обеспечивает полками, дровами. Кто обеспечивает? Государство. Бесплатно? Ну, почему бесплатно? За мои собственные деньги, но они приносят мне прямо вот сюда. Ну, а государство здесь при чем? Как же, при чем? Если вы платите деньги, вам привозят дрова? Так привозили-то чурками, а мне их колоть. А сейчас колотые привозят? А сейчас прям только печку ложить. Разве это плохо? Нет, это хорошо, но денег вы больше сейчас платите за дрова? Это не важно, зато я свою силу не расходую. Это и да. И здоровье берегу. Это да, да. Это надо учитывать, что наше государство заботится о людях. И пока наш Путин жив, мы будем жить хорошо. Понял. Если он уйдет, лучше уйти в могилу. Понятно. А вы, у вас телевизор есть? Есть. Новости смотрите? Всегда. Понятно. А газ у вас природный есть? Природный газ в баллоне. А, только в баллоне? Да. А природного так вот для отопления нету здесь? Нет, нет, нет. Вот это. А вода есть у вас? Ну, вода временная. Временная это как? Это только летом. А зимой? А зимой речка. В речку ходите, да? Да. Угу. Родник. Но родник у нас очень хороший. В нем вода очень хорошая. А где же вы? Вам же далеко до родника идти. Километр. Вы сами ходите или вам кто-то помогает? Нет, я сама. Сами? Да.